1 декабря. Видеть хорошее. Одним из принципов программы Наранона является благодарность. Благодарность говорит о способности замечать и ценить хорошее в жизни. Несколько лет назад я смотрела передачу о благодарности. Там говорилось, что наша жизнь может стать более успешной, если мы сконцентрируемся на положительных моментах, а не на отрицательных. Мы можем изменить наши мысли, и это, в свою очередь, изменит саму жизнь. В тот день я завела журнал благодарности и записала 5 вещей, за которые я чувствую благодарность. Когда я ежедневно начала замечать позитивное, то совсем по-другому стала воспринимать окружающий мир. Я узнала, что даже в самые тяжелые моменты жизни есть что-то, за что можно быть благодарной. Надо только найти время и желание признать это. Мои самые мрачные дни таким образом становятся чуть светлее. Я могу сделать свою жизнь лучше с помощью позитивного мышления, не позволяя негативным мыслям разрушать меня, как это было в прошлом. Благодаря такому ежедневному упражнению я стала понимать, что благо в моей жизни безграничны и присутствуют в самых различных сферах – физической, эмоциональной и духовной. Это знание придает мне уверенность в себе, помогает принимать лучшие решения. Размышления на сегодня. Программа Наранона учит меня делать выбор – видеть в жизни либо положительное, либо отрицательное. Каждый день я могу или жалеть себя, или находить что-то позитивное, за что могу быть благодарна даже в самые мрачные моменты. Цитата. «Какая замечательная жизнь у меня была. Жаль только, что я не поняла это раньше». Коллетт.